Soul Slide. Этот навык всегда поможет вам остановиться. У многих этот слайд не получается делать, потому что они просто выставляют свою ногу вперед и думают, что их тело никогда не позволит сделать им этот слайд. Но после просмотра этого видео у вас все получится. Для изучения вам нужно хорошо ездить на одной ноге. Для этого потренируйте перебежки и ванфут. Давайте разберем, на что очень важно обращать внимание при выполнении слайда. Первое – это напряжение ног. Та, на которой вы едете, напряжена, потому что она согнута. Вторая тоже напряжена, потому что она совершает трение о покрытие. Второе – это то, как вы держите слайдящую ногу. Можно разворачивать ее так, но у вас будет полуплуг, а не соул. Вместо этого делаем следующее. Корпус разворачиваем на 90 градусов, руки ставим вдоль движения. Ставим слайдящую ногу вперед, при этом присаживаемся и вкручиваемся. Колено ноги, на которой вы стоите, смотрит в сторону. Бедра развернуты, они не должны смотреть прямо. Именно над этим вкручиванием стоит поработать. Попробуйте постоять так на месте, чтобы не заваливаться назад. Следующий важный элемент – это вес. Он находится на одной ноге. На слайдящей нагрузки нет, иначе вас застопорит. Слайдящая нога при этом должна быть под острым углом к покрытию. Чтобы добиться этого, необходимо выставить ее как можно дальше. В движении заход слайд выглядит следующим образом. Во время завода слайдящей ноги она должна сразу быть под нужным углом. Но не нужно слишком сильно отводить ее в сторону. Просто завалите колено вовнутрь. Сам слайд начинается сразу же после момента завода ноги. Вы должны продавливать пятку, но при этом не забывайте, что на слайдящей веса не должно быть. Во время слайда тяните носок на себя. Играй, ставь, поставьте единичку в начале. Побеждайте! За отсутствие рекламы казино